Конструкция болта будет загружена в станок, потому что он умный. И как только вы нажмете, и станок начнет работать, все таргетированные атаки, отойди, Андрюш, в сторону, записанные вот на этом компьютере, сделанные по всему миру в июне-июле месяце, начнут скриптами бить по этому станку. Другая система будет пытаться взять в управление станок и зарезать этот болт. Самое страшное же не остановить станок, а взять под контроль управление технологическим процессом. Жмите. Еще сильнее. Во, пошли к станку. Это будет первый кибербезопасный болт, произведенный в вашем присутствии. Пожалуйста. Вот Владимир Владимирович Путин. Точно такой. Да, вот это кибератакованный болт. 4.0 ру, потому что, если честно, это уже 5.0 ру. Но мы просто делаем измерения не по нашему лидерству, а по нашему последнему игроку. Завар, для вас. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.